«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Больница. Дауахана. Инфекционная больница. Йогышлы ауырылар дауаханахы. Инфекционная больница. Йогышлы ауырылар дауаханахы. В Башкирии из-за коронавируса за 3 месяца обещают построить новую инфекционную больницу. Башкортостанда коронавирус аркаганда 3 айда йогышлы ауырылар дауаханаһы төҙөргә ниәтләйҙәр. В Башкирии из-за коронавируса за 3 месяца обещают построить новую инфекционную больницу. Башкортостанда коронавирус аркаганда 3 айда йогышлы ауырыуҙар дауаханаһы төҙөргә ниәтләйҙәр. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».